Ну что же, всем здравствуйте, дорогие зрители, с вами Алиева Мила, с вами Рухаб, и как играют у нас команды FTD против команды CDC. Так, отлично. Ну и что же, сразу по поводу ваших ставок, давайте посмотрим. Первый раз комментирую игры этой команды FTDC, FTDS, это второй состав, да. И 89% поверили в команду CDC Years, ну и, соответственно, 11% отдали свой голос команде CDC. По последним результатам, что у нас? Так. CDC. Так, одну секундочку, простите. CDC Yas. Шестое место в Китае, 20 место в мире. Последние игры у них, в принципе, очень много побед. Вот, ну, и 1-1 много. То есть ничьи против Yihong Qin, против Yihong, против Тонфу. Ну вот Винксом поиграли 0-2. Винкс, в принципе, они сами по себе достаточно жесткие в Китае на данный момент. Поэтому это неудивительно. А вот команда FTD Си, это 12 место в мире, 12 место в Китае, 33 место в мире. И начинается у нас сразу что-то жесткое. Первую кровь проливает у нас Shadow Demon на Ватрайдере. И в копилку FTD отправляется ФБ. Так, давайте сразу посмотрим про лайны, про пики, ну и так далее. Первое, Нюкс. Нюкс с Айрон Талоном, это FTD. Ну, во-первых, в чем плюс Нюкса? Вообще, мне, конечно, нравится больше через Пурман Шилд. Ну, вот здесь через Айрон Талон пошел. Во-первых, все же этот спаун фармить, это, конечно, хорошо. Но, тем не менее, если мы так подумаем... Ой, Батрайдер второй раз у нас уже отъезжает. На топе вы что творите, а? Первый раз на ФБ забрали его. И сразу же на топе еще один фраг. Как-то даже слишком нагло, наверное, сыграл. Через стаки он был, в принципе, ТП в кулдауне. Ну ладно, в это время... Повезло, что сетки нет. Как так-то? Кунка, как же ты отъехал-то? Шаду демон уже три фрага имеет. Нет, я буду тогда на топ смотреть, если здесь все так легко. Ну, и итог у нас такой. Трайдер просто делает ТП. Успевает в этот раз улететь. Но просто первый левел. Не дают ему вообще ничего получить. В любом случае, неплохо. Потому что сейчас полностью фрилайн для Террор Блейда. Это, конечно, очень хорошо. Ладно, но давайте поговорим о миде. Да ладно, ребят, вы что? Нюкс. Нет, это от нейтрала, что ли? Все нормально. Джаггернаут, мидия против Патмы. Ну, вообще, Джаггернаут, на самом деле, достаточно хорошо должен стоять. У него очень удобная атака с руки. И, в принципе, вот как раз у Патмы не очень в этом плане. Ну, по крайней мере, знаете, вот если из рейнджей, то по атакам, наверное, первое место занимает именно по удобству как раз какой-нибудь Виндрейнджер, да? А вот Патма, наверное, где-то в середине. Но у Патмы есть Старшторм, в принципе, да? С которого она сможет добивать крипов хорошо. Потом Амы на Патме. На Патме, господи. Нет, вы что там, совсем с ума сошли? FTD. Shadow Demon. 4 фрага на 3-й минуте. Батрайдер умер 3 раза за 3 минуты. Еще! Но он, кстати, не теряет надежды, в принципе, постоять здесь.
наверное, любой бы другой игрок уже раз 500 полетел бы в леса. Но он просто, у него вот второй левел, и просто уходи отсюда. Ты же видишь, что здесь тебя убивают. Зачем тебе стоять на этом лайне? Зачем тебе фидить? Джиггернаут тебя очень хорошо чувствует. Ну и Патма на самом деле не хуже. 17 на 16. То есть у них примерно одинаковый крипстат. Наги Сирене так никто не фидит, поэтому Нага Сирена старается. Кстати, заметьте первый момент. Нага Сирена инфлейм. То есть вообще это мидер команды CCS. Во второй момент это то, что он... Нага Сирена у нас именно изилайн фармит, а не тот же мид. Побоялись против Джаггернаута оставлять. Размен кунки на Нюкса. Ну, такой себе размен, на самом деле. Просто саппорты мы поменялись, но, по крайней мере, CDC размочили счет, что называется. Арканы приобретает Нага. Ну, то есть, не супер быстро это будет традиан, в плане того, что я уже встречала просто ПТшку и дальше сакрет. Простите, ПТшку. Просто сапог и дальше сакрет. На самом деле, через арканы попроще даже тот же сакрет нафармить. Плюс маны всегда будет своим там саппортом, если что дать. А вот здесь FTD исполняют, в принципе, стандартную схему игры с Террорблейдом. Плюс не забываем, что здесь Shadow Demon, который его, разумеется, Disruption будет здесь макситься, ибо он очень сильно усиливает Террорблейда. И вот как раз Shadow Demon плюс террор, наверное, сейчас одна из самых сильных комбинаций. Ох, как же легко отдаешь ты свой стрик, друг Джаня. Либо выживают. А вот и нет, Shadow Demon у нас выживает. Я, честно говоря, уже похоронила его, потому что на самом деле стрики так отдавать нельзя. Но в любом случае, Кунка заденайл тавер, и денежку не отдали так легко. Прилетел и Кунка, и Феникс. Не... Ну, молодцы. Тавер отдефили. Ну, по крайней мере, не отдали, заденайли. Все-таки это тоже минус какое-то количество денег. Неплохо. Нага 6-й левел, кстати, еще не прокачала себе свою песню. Но вообще, когда... Это понятно почему, но иногда все же стоит качать. Вот тот же Террор Блейд, он 6-й левел, опять же, без Сандера, да? То есть эскейпы свои главные не качать, свои главные ультимейты, как раз именно для отхода, ухода и так далее. А если гангать начнут, а? Ну, он посмотрел, наверное, Нюкс 5-й левел, потому что с Нюксом вряд ли его кто-то убьет. А вот в это время FTT, как только я сказала, что вряд ли кто-то убьет у нас инфлейма на Наге Сирене, решили, что попробуем-ка мы сыграть погангать ту же самую Нагу Сирену, ибо нельзя ей давать тот же хороший, ну, как-то останавливать ее фарм, дать тот... Уже дали, а вот остановить, чтобы сбить тайминги, чтобы хотя бы не такой быстрый был Рэдианс. Получается, у нас иллюзии Наги Сирены будут на иллюзии Террорблейда. Нага Сирена еще будет с Рэдиансом. Олдер Титан погибает у нас под мы. Ну, под мы сейчас, наверное, начнет активно играть. Там интересно, у нее 1400 голды, не будет ли это какой-то мидас? Я думаю, на самом деле вряд ли. Он, наверное, пойдет через быстрый аганим. Но пока она себя приобретает вообще арканы. Ой, как же ты, Джаггернаут, затупил. Ты чего? Говорит, это не везение, а мастерство. Но на самом деле это просто затупка от Джаггернаута. Куда он пошел? У него Блейд Фьюри был в кулдауне, он просто идет под потму, получил Старшторм и ГГшечка.
вторая звезда не прощает. Вообще, это два фрага для Патмы уже на 8-й минуте. Достаточно интересный выбор именно то, что она через арканы. Тридцать крипов у Джаггернаута, 53 у Патмы. У Патмы два фрага, Джаггернаута 1-1. И Смок юзает у нас с командой CDC Ярс. Кунка плюс Патма идут вперед. Но пока, кстати, у FTD все достаточно хорошо держатся, аккуратно в этом плане. Забавное, что Terror Blade участвовал в 5 фрагах и именно 5 ассистов. Ну, то есть, если бы еще пару фрагов у него было бы очень ранено, тот же Dragon Lance и так далее. Никого не нашли, решили зафармить стаки. Ну, почему нет? Хотя бы какой-то фарм. Тем более арканы у Патмы есть, так что с этим проблем не возникает. Патма левел 9, Джаггернаут левел 8. Ну, я уже, наверное, переключусь на творсы. По нетворсам мы видим, что Батма как раз занимает первую строчку, вторую строчку занимает Нага Сирена. Ни разу ее не убили. Вот так вот оставлять фарм для Наги Сирены спокойно. Вот радует, что Терал Блейд активный, если честно. Это меня очень, на самом деле, радует, потому что, как я уже говорила, в Китае зачастую с этим героем играют фармящую доту. Ну, вот здесь как раз Терал Блейд исполняет, в принципе, очень... скажем так, даже не исполняет, пользуется своими преимуществами в плане пуша и дает плюс по голде своим тем же саппортом и так далее. Ну, Нюкс находит у нас Патму. Пошел у тиммейт от Патмы. И сейчас может даже подсейвила она Нагу Сирену на всякий случай. Однако отличнейшая стрела от Патмы и стана попадает сейчас у нас Нюкс. А он не слышь потрачен был в Нагу Сирену. Поэтому дальше продолжить нельзя. Сбривают миди Феникса. Феникса не было 6 левела. Поэтому... Ну, график я только что показывала. 1000 по опыту преимущества CDC Ярс. Ну и по золоту все очень ровно, даже чуть-чуть FTD ведут. Ну, это, в принципе, понятно, потому что сами FTD не потеряли ни одного тавера, а забрали как раз 2. Двести уже на руках у Наги Сирены. Пока ее даже никто не гангает. Никто не мешает ей. А на самом деле было бы неплохо того же Terror Blade дальше использовать его форму и идти по миду уже. Либо бояться, что просто со сна начнут Наги Сирены туда. Яйцо, прокаст Кунки. Батрайдер полетает со своим огнем. Так, нашли у нас Нагу Сирену, однако она использовала сон и просто улетела. 2500. Разбивает варды, шадоу демон.
А тут нашли у нас Кунку, кидает корабль. Корабль на самом деле неплохой, но с ульта Элдер Титана его добивает. И дальше надо уже идти мид пушить. Ну, как раз с этим занимаются FTD. Только я сказала про то, что надо использовать, в принципе, Террор Блейда как героя, в плане его преимущества, в плане пуша. Вот как раз третий тавр. И у него 1400 голды сверху, статистика 1.06, Dragon Lance. Сейчас Яшу пойдет, дальше уж Манта Стайл по стандарту. Алдар Титан, 1000 голды. Ну, здесь, скорее всего, через ветра. Тоже ничего нового придумывать не стоит. И вот что у нас с миди. Нюкс находится в Вендетте. Попробует цепануть, наверное, какого-то Кунку. Кунка сам типа для этого у нас Шадоу Демона. И замес идет на несколько частей. Шадоу Демон должен погибать. Мулайт Шадоу от Патмы. Шадоу Демон прячет Кунку. Подходит сюда Джаггернаут. И все же Шадоу Демона здесь добивают. Ну, разбен такой Шадоу Демон на Феникса. Ничего ключевого не произошло. Единственное, что можно ответить, Феникса до сих пор нет 6 левела. И... Ой-ой-ой-ой, станчик. Но Нюксу здесь уж и никуда не уйти, потому что посадили его на крест. Однако не очень удачный был торрент. Не попадает, но Лассо эти вопросы, в принципе, решает. И по стандарту у нас в Китае начинаются замесы в плане того, что лаги. Патма должна погибать. Размен пока Патмы на Нюкса. Дальше. Цепанули еще Кунку. Ну и Джаггернаут просто с руки. Но Шадоу Демон забирает этот фраг. Давайте пройдемся по айтемам. 3800. Отлично. Надо отправлять курицу за реликом для Наги Сирены. Один раз она уже убила. В одном фраге еще поучаствовала. Ни разу не умерла. Ну, это рейтинг по итогу получится достаточно ранний. Кунка собирает себе урну. Патма уже с Аганимом. Феникс. Вот Феникс наконец-то взял 6 левел, приобрел себе Транквилы. Батрайдер с Даггером. Ну, несмотря на то, что 3 смерти есть у Батрайдера, очень плохой старт был у Демона. Демонса, наверное, будет более правильно. Ну, у него на нем на руне взяли ФБ, а далее подфидил немножко он на своей хардлине. Стрела. Мило. И FTD забирают Рошана. Аегис на террорблейде. И драться надо... Наверное, даже стоит отступить команде CDC Ярс, потому что у них Нага Сирена пока не способна драться. Ей нужно доформить буквально 1000 голды до Радианса. Ну, а потом уже заниматься своими грязными вещами. FTD не надо останавливаться, они очень хорошее сейчас перемещение делают по карте. Они, во-первых, забрали 3 тавера, потом забрали Рошана, и дальше надо идти за таверами. Просто понимать надо, что если Нага Сирена разгонится, то... А пока до Сакрида, ой, в смысле до Рединса, ее изи надо, ну, можно выигрывать замесы, потому что она просто не будет драться. Не будет помогать своей команде. И за счет как раз того, что у них преимущество в числе... Так, пошел у нас разлом от Элдер Титана, однако в этот раз Феникс проживает Супернову, подкидывает Элдер Титана на торрент, прячет его Кункевич, Элдер Титан первый, кто погибает, вторым забирают Нюкса. Джиггернаут. Ох, еще и в лосос поймали Джаггера. Ну и Джиггернаут здесь отъезжает. Однако, как же жестко! Он зомни слэша забирает Феникса, просто по Фениксу все удары практически пошли, и это, конечно, неприятно. Но в это время появляется Радианс на Наге Сирене.
Подвидели немного, да, согласна. По графикам все очень ровно. Это несмотря на то, что Нага Сирена вообще не дралась. Сейчас она начнет сплитить и очень-очень быстро фармить. 11 левел. Также 11 левел. Ну, Терал Блэйд практически с мотостайлом. Что касательно лейта Нага Сирена или Терал Блэйд, это уже интересно. Но вообще у них еще и Джаггернаут есть. По этого героя тоже не стоит забывать. Вон те, он также очень силен. На топе забирают Нюкса за счет лосо. А, нет, даже не за счет лосо. Даже не за счет лосо. Стрела. Ультимейт от Элдер Титана. Ну, кулдаун там сколько? 90 секунд. На самом деле, может, даже не стоило тратить. Потому что сейчас, скорее всего, пойдут вместе забирать тавер. И нужно... FTD будет драться. Под масса ганимом с даггером. Ну, Dagger Leap очень мобильный, в принципе, стандартный айтем сейчас для медовой потмы. Шальная стрела не залетела, а Аегис пропадет через 1,5 минуты. Ну, совсем не реализовали, а Аегис, конечно, здесь FTD. Нужно дособирать Джаггернауту диффуза. Подсплечивает немного лайн и делает ТП. Вдруг его тут цепанут. Испугался. И в смоках находится команда CDC Yars. Вот сейчас один из важных моментов. Если они выиграют, заберут много героев, в плане, может, там сделают Team Vibe, то дальше у FTD нет шансов. Если FTD выиграют этот замес, то у них как бы... И начинает с Shadow Demon. Прыгает по тьмам. Дает двойной старшторм. Корабль от Кунки. И... Ой, успел свапнуться хп. Ну как же так? Однако размен Феникса пока на Нюкса и Шадоу Демона. Дальше. Она еще могла, кстати, забрать Террор Блейда, однако Террор Блейда Аегис, поэтому просто посчитали нужным его не трогать. И зато здесь умирает Элдер Титан. Эх, неловкий момент. Но в размен хотя бы на Кунку. Ой, Кунка попадает торрентом и 15 хп уходит. Вот красавчик. Нет слов. Террор Блейд Аегис пропал. Разбили парти в центре. Ну и итог у нас какой? 4 в 1. Ну, 4, можно сказать, не считается, потому что выбили Аегис. Выжил вообще только Джаггернаут и Террор. Но главные коры выжили, забрали, считайте, саппортов. А это не так страшно. Трейлер подстрял. Ну, надо, наверное, уже гем покупать на такой минуте. Как раз Батрайдеру он нужен очень. Нюкс 2.6.3 статистика с даггером. Пока на самом деле так себе он заехал. Но... просто отлипалась. Прожал Карапаси. Очень быстро они смогут спушить, если пойдут. Но надо хотя бы вот Т1 тавр разобрать. Почему вард не снесли? Патма приобретает себе Boots of Travel. Ну, вообще, очень получается такая мобильная потма. Ну, на мой взгляд, лучше бы она какой-то, возможно, даже Ринку себе здесь приобрела. А может, Гост. Чтобы подольше жить, подольше. Трел было бы вообще неплохо, мне, на мой взгляд, здесь.
Вот мне. Элдер Титан Кюла. Давайте посмотрим по айтемам. Надога Сирена. Энерджи Бустер. Ну, это она уже приобрела себе просто Boots of Travel. Дальше будет делать, конечно же, Октарин. По стандарту Кунка. Урна Фейзы. Рейндроп. И прыгает с лосо на Джаггернаута. Минус Джаггернаут. Ама набирает превосходство. Очень хороший фраг сейчас сделали. Третья смерть для Джаггернаута. Сейчас заберут Тауэр. Нагасирен-то где? 3200 на руках. У Нагасирена уже скоро будет у нас Октарин. Тиммейт это Циртанок так себе. Опять же. Может, понимает, что следующие 90 секунд все равно он драться не будет. А вот тут Патма у нас находит еще одного героя. И Шадоу Демон также отправляется в таверну. Нюкс находится в Виндете. Опять же, без каких-то даже сентрей так нагло стоят. Взлетает Бетрайдер, проезжает Карапаси, ну и Бетрайдер приехал. Однако Форсик живет, живет. Нет, все-таки забирают здесь Бетрайдера. Дальше, скорее всего, умирает еще и Кунка. Подстанчик от Элдер Титана, даблкил для Джаггернаута. Однако Нага Сирена в это время в миде на топе забрала Тауэр, ну и мид подпушила неплохо так. Unstoppable. Что это такое было? Где это она в соло забирает у нас Джаггернаута? Джаггернаут. Видимо, стрела хорошая залетела, а хп у него не так много. И двойной эстершторм, это сложно. Оп, и еще один. Ну вот, что за жесть Аганим на Патме? Ну вот, что против нее может противопоставить вот такой же дух демон? Ничего. Минус еще один от Патмы. Даже не потратили пока лосо от Бетрайдера. Можно потратить его на кого-нибудь так. Например, на Террор Блейда. Но пока уж так нагло, наверное, заходить на ХГ не будут. Это Нага Сирена, она вообще практически участвует. Так, иллюзии чуть-чуть посылает. Кстати, у Наги Сирена уже гем есть. Джаггернаута пытались вернуть на крест, однако у Джаггернаута Блэд Фьюри, и в этот раз шальная стрела не залетает. Прыгает Патма, вытаскивает у нас Шадоу Демона, Шадоу Демон погибает, пошел корабль от Кункевича, минус 2. Что дальше? БКБ, кстати, у Террора, Террор освободится хп как раз с Нагой Сиреной. Нага Сирена прожимает ультимейт и ловит Джаггернаута. Ну и Джаггернаут здесь без шансов отлетает. А Нага просто полетела на базу. Минус 3 героя FTD, притом в 0 героев. Ну и начинают, конечно, они доминировать, притом достаточно плотно. Террорблейд 60 там секунд еще без Санда. Посадили его на крест. Попадает торрентом по Террору у нас Кунка, но... Террора Блейда так не взять. Он еще на развороте может всех оттырить. Нюк забирает у нас Феникса. Патма. Пакта с Октарином, если что. Нага с Октарином. Патма с Октарином. Октарин Кор. Хороший айтем.
Патмон практически держится по надфорсу с фармящей Нага Сиреной, которая, ну, вы понимаете, как, насколько она быстро фармит. 12 фрагов имеет, конечно. Притом многие фраги в соло сделала. Цепанули Кункевича. Пошел корабль. Ну, корабль, на самом деле, просто откинулся. Но Кунка как-то подфидонил уж. Чё ж ты к ним уже на базу не зашел тогда? Один остался здесь, пока Нага была далеко. Ну ладно, хорошо, Нага, допустим, бы прилетела. Хотя мы не обратили внимания, что у нее КД Тревелов. Феникс вообще там рядом даже близко не было. Линза Шадо Демона. И начинается нападение. Власос забирают у нас. Ох, еще как раз и Джаггернаута. Пошел ультимейт под мы. В инвизе находится команда CDCers. И что дальше? Нет, уходит она из-под стана Алдар Титана. И стрела еще залетает. Нет, не дотягивается. Могли попробовать выбросить, но не получилось. Ну и пора бы заходить на ХГ. Все же у них все не так плохо. Либо опасно. Как думаете, а? Мату приобретает Нага. Ну и пока держится, на самом деле, FTD, но Нага это фармит очень быстро. Плюс Патма здесь догон собирает. Просто догон. Там без шансов будет одного героя убивать. Хотя вообще его, может, даже какой-то БКБ собрать было бы неплохо. На подсейф, ну, слишком уверена в себе Патма. Может, на Рошана, а? Дэмэджа по Рошану не так много, но я думаю, как-нибудь уж убьют. Дальше, да какую-нибудь Тараску, бабочку для Наги Сирены, как обычно, в принципе, все собирают. А вот Бэтрайдер подстрял в очередной раз. 3, 6, 10. Фидер, конечно, здесь демон в этой игре. Больше всех раз в команде умер. Да и Виктория сегодня как-то отыгрывает слабенько. Но на самом деле, я бы даже не сказала, что они слабенько отыгрывают. За счет того, что, в принципе, у них так не очень. На них отрываются. Вот зато Кэри их потом всех убивают. Ой, а забрали Нагу в Сирену. Не поняла я, какой забрали, честно говоря. Так, куда же ты пошла? Асон. Без маны осталось. Ясно, диффуза Джаггернаута. Патма 13-1-6. Ну, конечно, очень хорошо она этот герой отыгрывает, на самом деле. Сейчас, правда, может подстрять. Нет, нет, Нюкс дальше побоялся идти. Ультимейт от Патмы и... И что теперь? Мидас покупает Алдар Титан. 32-я минута, самое времечко. Может, подумал, что игра будет долгая, так как Нага Сирена все же имеется, и Террор Блейд против. Игра может быть реально долгая. Хотя мне кажется, что... Ох, цепанули еще раз Джаггернаута. Нет, она просто от него уходит. Я думала, они его тырить будут.
Double damage, он испугалась, что убьет за Omni Slash. Начинается у нас замес. Пошел корабль от Кунки. Феникс улетает. Ну и... Бейли Шаду Демона, но Шаду Демона такая разменная монета. Говорят, может пойдем на Рошана уже, а? Аегис какой-нибудь Патмен отдать. И погибает у нас Джаггернаут. Патман превосходит богов. Нюкс приобретает Аганим. Ну, кстати, также с Мидасом. То есть Мидас на Патме, на Нюксе. Ой, на Элдер Титане, на Нюксе. Какие жадные саппорты-то, а? Ну, забрали тавр еще один. А Мага Сирена, кстати, решила себе диффуза собрать. Еще один слот у нее в любом случае выйдет, который она может там потратить на... Может, даже Тараска. А может, дэмэдж больше, бабочка. Бабочка, наверное, против Террора была бы хорошо, потому что МКБ тут не предвидится. А Террор Блейд покупает Рэдианс. Ой-ой-ой-ой-ой. Я с таким уже сталкивалась. Поехали. Ультимейт от Патмы. Просто иллюзии. Наги практически убили Шаду Демона. Но Рошана не забирают. Ведь Рошана решили все пролайны подпушить. Ну, понятное дело, с Нагой Сиреной это круто, но вот Рошана все-таки, наверное, стоило бы все-таки Аегиста по тьме, а? Тагон 4 уровня. Что за игра? Тридцать шестая минута матча, и игра у нас затягивается. Не очень хорошие, на самом деле, слоты у Джаггернаута, то есть второго левела диффуза и Яша маловато. Хотелось бы, конечно, больше. Но забирают его в последнее время. Пару раз умирал как раз подряд, очень много фарма потратил. Шадоу Демон. Ох, минус Шадоу Демон. Вот тебе Патма. Как же ты сейчас подставилась? С 1500 голды для Шадоу Демона. Вот это месть. Притом он иллюзиями забрал их, чтобы вы поняли. Но в это время забирают еще также Джаггернаута. Бэтрайдер прожимает БКБ. Ой, Бэтрайдер еще одна тычка. Опа. Госта набирает превосходство, прожимает БКБ и... Просто решают отойти. Ну вот только я сказала про то, что если уж нагло играешь на Патме, стоит иметь, наверное, какой-то Аегис. Либо хотя бы БКБ. Тут ни Аегиса, ни БКБ не было, поэтому, в принципе, Патма заплатила за свою наглость. Заплатила она очень много, очень большой стрик отдала. 1500 голды, это реально очень много для Шадоу Демона, он там обогатился. Сразу Юла приобрел себе. И начинает иллюзиями пушить лайны. Ох,
Как же я не люблю таких нагосирен. Вообще, когда говорят, вот, с тинкерами игры долгие, на самом деле, по-моему, не такие долгие, как с нагосиреной. С нагосиреной просто даже не заходит на ХГ. Она просто сплитит до победного. Опять же, вот видите, у Джаггернаута ничего не прибавляется. Это, наверное, такой момент один из ключевых. И еще раз погибает у нас Джаггернаут. В очередной раз, но с таким темпом у них точно ничего не прибавится. Забрали еще Нюкса. Давайте на Роша, на Уша бабочку собирает. Нага Сирена, в принципе, ему почти хватает денег. На Рошана, либо на куда? Либо по миду. Байбека нет, 90 голды не хватает. Ласу нет также 30 секунд. Но есть Террорблейд. 4-0-10 статистика. 2700 сверху. Иллюзию Террорблейда и иллюзии самой Наги Сирены против ее команды. Жесть какая. Шаду Демона надо реально первым вырезать. Мутит что-то страшное. Иллюзии против иллюзий. Какая-то иллюзионисты прям. Но в итоге они не спушили мид и не забрали Рошана. Плохо, плохо. Как же так? Нагасирена с бабочкой. Феникса здесь очень плохие слоты, он даже без мидаса. Знал бы он, что тут ребята на 32-й мидас покупают, наверняка тоже копил бы. Ну, кстати, вообще он уже окупается, потому что Олдер Титана 3000 вытягивает Шадоу Демона. Это очень хороший фраг. Дальше надо. Баба Трайдеру пошел Омни Слэш. Батрайдера стирает. Супернова от Феникса. Феникса также стирает. Дальше в БКБ находится у нас Террор Блейд. Удар. Посадил на крест, попал торрентом, кинул корабль, и Террорблейда все-таки убивают у нас. Притом фраг достается как раз Кунке. Но размен получился 2 в 3. Саппорта, хардлайнера и саппорта. Жива, конечно, Патма, это вообще-то очень радует. Вы слышали, что это как-то звук такой? Это такой выкуп был? Но снесли товар по миду, снесли товар на топе. Теперь у Наги Сирены еще будет легче в этом плане. Скади приобретает Террорблейд после байбека, понимает, что здесь уж тянуть нет смысла. И надо, наверное, попробовать самим идти вперед, потому что Нага Сирена, она в любом случае запушит. Если, особенно если будут вот какие-то такие затяжные драги, притом развлекают как раз саппорты их. А Нага в это время занимается просто пушем. Единственное, что радует, что у Наги уже 6 слотов, и дальше и расти нет. Ну, может, шарт разве что может купить. А Джаггернаут набирает превосходство потихонечку. Дагер себе приобрел 1700 голды сверху. Стрела мимо, диффуза, погибает Нюкс. Размен Нюкса на Феникса. И Шадоу Демона. Ну, Шадоу Демон уже 10 раз умер, поэтому ничего страшного. Рошана, может, все-таки, а? Хотя здесь вот единственная проблема, что на самом деле некого в этом плане на Рошане... Рошану много дэмэджа наносить неудобно. Тут именно такой, знаете, урон. Как раз пошла сеточка у нас по Джаггернауту.
Диффуза, догон 4-го левела и... Гори, гори, ясно, Джаггернаут умирает. 1300 голды, то есть байбек есть. Байбек, наверное, придется делать. Бэкапа приобретает под мап, поняла, что все же нужен этот айтем здесь, в этой игре. На самом деле радует, что 11-го левела Шаду Демон, он быстро ресается. Умер, сразу реснулся. Барак практически упал. Просто осталось 94 хп. Видите, тоже уже подкоцали. И в БКБ летает у нас Бэтрайдер, однако Никуса не вытаскивает. Пошла стрела, не попадает. Нюкс в Вендетте. А вообще он что, разве не видел, что гем есть? И пошел статчик в апатме под Му и спепеляет. Не успевает она прожать БКБ. Ну и пошло дело. Однако пока пошел замес на миде, здесь теряют первый барак команды FTD. Ну как же это неприятно. Как же неприятно играть против Наги Сирены. Какие игры долгие и не то чтобы неинтересные. Конечно, я понимаю, что главное в доте это выиграть. И если этот герой, в принципе, является как раз... Это его основная задача — сплитить, так сносить сторону. Но это... Но для, наверное, комментаторов, да и не только, для зрителей эти игры не приносят никакого удовольствия. Бэтрайдер влетает, выводит у нас... Нюкса ставится супернова от Феникса. Еще раз пошел корабль. Феникс оживает. Бэтрайдер летает в БКБ. Нага Сирена живет. Пошел. Ох, хороший был сейчас ультимейт от Наги Сирены. Спасла она всю свою команду. Притом еще убили Нюкса. Не было той же потмы в драке, потому что она была в таверне. Но понимаю, что нет сейчас ультимейта Наги, и можно просто зайти на Рошана. А Террор Блэйд собирает себе Тараску. Хекс появляется у Элдер Титана. Очень хороший айтем. На 46-й минуте достаточно рано. В плане того, что это саппорт. Еще можно отметить, что у него есть Мидас для этого дела. По полезности у него айтем, как, наверное, даже, я даже не знаю, кого лучше, у Нюкса или либо у него, потому что Нюкс 20 левел, статистика 5-10-10, а тут 3-4-13. И Хиксуля есть. Итак, по миду заходит у нас команда CDC Ears. Как-то какой-то кунка подкоцана уже. Пошел ультимейт под мы. Бэтрайдер хватает как раз Шадоу Демона, его стирают, 48 секунд без него, пошел корабль, и надо как-то сносить уж, отправляет иллюзии на бараке. Погибает Нюкс, скорее всего, здесь, да, даблкил от Патмы, Нюкс бэбэк. Барак еще стоит. Начинается, как всегда, ох, сервера Китая, как же я вас люблю. Так, далее. Ну, где же твоя БКБ, подружка? Как же Патма сейчас умерла нагло. Не поверила, что ее Никс постанет, что ли. Ну и в итоге сторону не потеряли. А вот Нагу Сирену могут потерять. Выживает. Подфилил ее еще здесь Феникс. Сам пытается уйти на ТП. Станчик. Ну, Феникс здесь уже не уходит. Но он сделал, наверное, ключевое. Он спас свою Нагу Сирену.
Это, конечно, очень важно. На Рошана надо идти, на Рошана! Надо Джаггернауту срочно Аегис. FTD при том могут реально завести. Тоже как-то на самом деле Рошан долго падает. Пошел корабль от Кунки, но самое главное, что Нюк забирает Аегис. И Батрайдер вытаскивает у нас Элдер Титана прямо на ХГ, а сам просто уходит на ТП. Однако ПКБ заканчивается и поднимает его на ветра, ну и подфит от Батрайдера. Ну, Сиярс как-то закидывают на самом деле эту карту, при том еще и гем отдают. Ну, что же вы творите-то, а? Пошел глиф. Здесь очень много крипов. Надо барак допилить, надо всеми силами просто пилить барак. БКБ наконец-то прожимает Патма. Все-таки ушла. Но барак не упал. Барак регенится. А вот на миде. На миде тоже пока стоит. Майлшторм приобретает Джаггернаут, чтобы как-то получше справляться с иллюзиями. Многосирена 8500. Вот тебе и надо, сирена. Элдер Титан? Что ты тут делаешь? Ты тут до сих пор стоял, что ли? Либо опять тебя туда занесло. Гем просто лежит. И вытаскивают Нюкса. Вот как нравится Батрайдеру именно сюда вытаскивать. Притом Нюкс после байбека. То есть байбек у него не будет. А у него еще была Егис. Ну да, теперь уж. Однако, блин, каут. И Нюкс. Нюкс уходит. И полностью лишил Патмы маны. Подхил от... Ох, опять же эти лаги. Когда же они закончатся-то, а? Это, конечно, круто, порегениться полностью. Ну, не полностью, но достаточно, скажем так. Вернулась почти фуловая и вперед дальше своими грязными делами заниматься. Притом сейчас здесь отправят иллюзии. Есть телепорт, ну, Boots of Travel. И потом уже по топу можно так дальше загонять своих врагов. 51-я минута матча. Ну и затянулась. Катка, которая должна быть очень легкой для команды CDC Yars, становится очень сложной, потому что пик они сделали. Патма еще раз погибает. А, что вы творите, ребята? Терпит. Двенадцать хп у барака. Вообще, я думаю, что тут надо самим FTD идти вперед, ибо когда-то их все-таки убьют. Хотя с Патмой, которая вот так подфиживает. 25-12 она сыграла. Она просто сделала очень много. Она поучаствовала в 32 фрагов из 37, черт возьми. И все равно они не могут выиграть. Так. Патма делает байбек. Летит. Летит. Летит.
прилетело. Пошел тиммейт от Патмы. Хекс был потрачен на Кунку. Ставится яйцо. Супернова достаточно неплохая. Пошел корабль. Корабль хороший. Батрайдер тащит у нас террор Блейда. Как раз надо его было увести из драки. Но Батрайдера здесь убивают. Размен пока 2-2. Погибает Нюкс Ассасин. Без байбека, разумеется. Подождите, у него был байбек вообще? В плане... Нет, нет, еще 50 секунд нет. Сандер есть? Сандер есть. Не знаю, может оставить, реально выложить скади и приобрести себе какую-то рапиру. Как бы это ни звучало жестко, но с рапирой там бы Террор Блейд просто не прощал. Патма. Ну, я надеюсь, что же не побежишь же за Шадоу Демоном, а то это Патма может. С 54-я минута матча. Что ж ты будешь делать с такими играми? С Нагой Сиреной и Террор Блейдом. Террор Блейд, кстати, приобрел себе МКБ. Получается, выложил Мантастайл. Наконец-то Нага Сирена покупает варды. Понимает, что Кунки тоже какие-то слоты нужны. Но вообще по поводу лайта у CDC Ярс он сильнее за счет Кунки. Если Кунка, кстати, соберется дальше, будет собираться в лейт именно в дэмэдж, у него никаких проблем с этими иллюзиями, террора не будет и так далее. У Батрайдера, на самом деле, слоты достаточно... Так, кого тут цепанули? Крипа. Понятно. Шел 12-й час стрима, и игры на 70 минут сейчас будут. Я вот, блин, чувствую, у меня такое же было. Ты чего БКБ прожал-то, террорушка? Родной, чего же испугался ты? Кто допустит ошибку, вообще было бы по логике CDC должны были снести. Вот они уже допустили ошибку, что не снесли. И цепанули сейчас Нагу Сирену. Нагу Сирена здесь погибает. Но только хотела сказать, что когда-то они должны будут умереть. Вытащили у нас Террор Блейда. Террор Блейда никто не бьет. Успеет ли слабнуться ХП? Не успевает, да? Не знаю, на самом деле успевает или нет, потому что в этих лагах я не вижу ничего. Террор Блейд делает байбек, Элдер Титан делает байбек. Нага Сирена уже прилетела после байбека. Трипл килл от Наги Сирены. Нюкс также после байбека. Шадоу Демона убили. Ну и в итоге у нас 4 игрока OTD умерли на одну Нагу Сирену, но 3 сделали байбек. Здесь, правда, забрали Мирану. Что ты тут одна делала? Байбек есть пока только у Кунки и Шадоу Демона, как бы это ни смешно звучало. Уже у Кунки нет. Владимир приобрел себе Кунка.
И миди цепанули у нас Феникса. Феникс умирает. Бай-бай, конец. 72 секунды без Феникса. Ну и все, забрали Феникса. Сразу пойдем на базу. Там же 72 секунды нет Феникса. И Патмы нет. А, что ж такое? Рошан? А Рошан, кстати, третий с сыром. М? Вкусняшка. Джаггернауту как у тебя Егис отдать, а? Ну ладно. Не хотите, как хотите. Давайте еще тогда фармить. И цепанули Нагу Сирену. Это жесть. Потому что Нага Сирена без байбека. 120 секунд без нее. Ну и что теперь будем делать? А, без Наги? Пойдем по миду? По миду? Трон ломать по миду. Это же стирол бейтом-то трон ломается. Ух, я даже не представляю, как быстро. Байбек есть только у Бэтрайдера. 100 секунд есть. 100 секунд. За 100 секунд можно сломать, ну, минимум сторону. Минимум сторону. А в лучшем случае вообще трон, если тавр сломают. Тем более с Шадоу Демоном, с количеством иллюзий, которые сейчас будет. Так, первый тавр упал. Заходим на ХГ. Use it глиф. И пошел корабль от Кунки. Надо ударить. Не забывайте, что здесь еще есть Джаггернаут, который тоже достаточно больно бьет. Мы решили, кстати, цепанули за Хекс. У нас убивают Батрайдера. Батрайдер байбек. Дальше надо ломать бараки. CDCers все-таки это делают. Батрайдер хватает Джаггернаута, ставится Супернова. Джаггернаут минус. Джаггернаут делает байбек. Ну и зачем ты сделал байбек? Все равно у тебя траволов-то нету. Думает, что дальше будет проходить замес. Батрайдер погибает после байбека. Цепанули Кунку. Нет, Кунка здесь уходит. Пока Джаггернаут дойдет, тут миллион вещей случится разных. Нет, выживает теперь Shadow Demon. Теперь у Shadow Demon Glimmer Cape. Теперь у Shadow Demon Yula. И начинает бить трон. Террор Блейд. Свапается ХП. Отлично. Теперь 40 секунд, когда... О, это ГГ. Нет, еще не подождите. Патман с байбеком. Ладно, пошутила. Не ГГ. Не, просто раньше не было Патман байбека. Треснулась Нага Сирена. И давай мстить. Пошел ультимейт от Наги. Хочу заметить, что у Террор Блейда нет байбека 2 минуты 30 секунд. Ультимейт от Элдер Титана. Нага! Нага! Нага погибает! Это ГГ. О боже мой. Ну, CDC Ярс, но от такого я от вас не ожидала. Я понимаю, это было определенно то, что они тренировались, потому что они поменялись лайнами, а мы пошел в мид, а Инфлейм пошел на легкую фармить на Наге. То есть они решили именно через Нагу Сирену потренироваться, подумали, вот достаточно слабый коллектив, попробуем что-то интересное. Ну вот и попробовали, только вот проигрыш. Ну, неприятно. Но хочу заметить, что это только первая карта, то есть в любом случае они здесь могут отыграться, и вы свои ставочки на Total Lounge сохраните, но опять же это момент неприятный.